Лучшая добровольная пожарная команда Брянской области 2018 была выбрана на состязаниях, которые прошли в День поля. Старт соревнованиям дал губернатор Брянской области Александр Богомаз. Вадим Уваркин поблагодарил правительство региона за предоставленную возможность принять участие в Дне поля. Впервые в мероприятии участвовали студенты Брянского государственного аграрного университета, а также добровольная пожарная команда Могилевской области. Пожарные состязались в боевом развертывании и тушении условного пожара. Демонстрировали навыки переноса емкостей с водой, скатку пожарного рукава.